прокачать свои знания по географии родного края теперь можно, не выходя из дома. Жителей Поморья приглашают посетить виртуальные туры по достопримечательностям области. Кий остров, Сальвычегодск, Каргополь, Пинежские пещеры и Соловки доступны в виртуальном туре «Красивое Поморье». До конца ноября появятся туры по набережной Архангельска, побережью Белого моря в Северодвинске и на пароходе «Колеснике» Николай Гоголь. 208 панорам, среди которых 14 сняты с квадрокоптера и позволяют насладиться видом с высоты птичьего полета. Виртуальный тур позволяет посмотреть объекты в трехмерном отображении на экране компьютера, планшета, смартфона и в очках виртуальной реальности. Наибольший интерес пользователей вызывают Каргопольские церкви и музей игрушки, внутреннее убранство Христорождественского собора, Сальвычегодская водогрязелечебница, музей Козьмы Прудкова, живописные берега Кий-Ост, а также авиапанорамы и внутренние экспозиции Соловецкого архипелага. Виртуальный тур «Красивое Поморье» можно посмотреть на сайте mynord29.ru.